Номера. Антон, вот смотри, опера по продолжительности может длиться несколько часов. Наверняка для некоторых неподготовленных зрителей это настоящее испытание. Ну, это спорный вопрос. Вот сейчас на сцену выйдет Ани Лорак. Если вдруг ее ария затянется часа на три, то всем мужчинам будет только в радость такое испытание. Красивая женщина – это как десерт. Чтобы по-настоящему оценить, достаточно одной ложечки. Что в переводе на оперный язык означает несколько минут. Не откажусь и от этого. Друзья, на сцене восхитительная Ани Лорак! Теперь ваши оценки. 4-3-3. Прошлое выступление певицы Ани Лорак далось нелегко. Народную артистку Украины подвела ария Лауретты. Ани призналась, что раньше никогда не пела в оперной манере и даже не слушала такую музыку. Жюри осталось недовольно дыханием, интонацией и ритмическими неточностями. У вас возникают трудности с дыханием, у вас возникают трудности вот с интонацией и с линией. Поэтому очень будьте внимательны в репертуаре, потому что ваш красивый голос может прозвучать намного более интересно. Спасибо, спасибо. Жюри настолько требовательно, знаете, настолько вот... Все-таки, знаете, за 3 дня невозможно стать оперной певицей при всем желании. Сейчас Аня исполнит «Ариоза Иоланты». В опере Чайковского рассказана трогательная история исцеления девушки с помощью любви. Она слепа от рождения, но окружающие тщательно скрывают эту тайну. Иоланта о многом догадывается, и в «Ариоза» делится с кормилицей своими чувствами. Любовь всегда идет рядом с печалью, к сожалению, да, с какими-то разочарованиями. И моей героине такое же чувство. Отчего это прежде не знала? Ни тоски я, ни горя, ни слез. И все дни напевала, бывала среди звуков небесных и роз. Чуть услышу я птиц щебетанье, чуть тепло оживит дальний мор, и везде зазвучит ликовой. Всемирно известная «Ариоза Иоланты» в исполнении очаровательной Ани Лорак в проекте «Призрак оперы». Хочется как можно быстрее услышать мнение нашего высокого жюри. Михаил Ефимович. Знаете, я могу сказать, что вот у Ани Лорак есть одно замечательное качество. Она
очень хорошо чувствует украинский мелос, украинскую мелодику. И у Чайковского этот корень тоже существует. И при том, что она поет по-своему и очень энергично. Но я, прежде всего, услышал в этом вот такое соединение русской и украинской мелодичности, которое мне очень близко и дорого. При том, что Аня Лорак – это Аня Лорак. И когда она пойдет наниматься в Большой театр, надо будет подумать о чем-то и другом. Молодец, спасибо. Спасибо. Я хотела бы, знаете, что вам, так сказать, посоветовать, вот просто такой коллегиальный дружеский совет. Знаете, не надо действительно цепляться за какие-то, может быть, мелодические вот вещи, которые не пропеваются так красиво, как должны пропеваться. Из вас перла такая, знаете, очень жизнеутверждающая, а чего это ночи молчания? Не было этого цветка, до которого дотронешься, и он осыпется. Вот мне очень хочется, чтобы вы поискали в этом направлении. И это может быть, Ань. Совершенно не призываю вас действительно ставить ноты. Не надо. Нет. Это совершенно не та задача. Но вот поищите. Это ночи молчания? Вот чистоты этой, да. Мне конечно. Конечно. Вот. Замечательно. Простота это. Да. Вот именно этой простоты. Ладно? Вот спасибо. Если вы будете искать в этом, мне кажется, вы будете абсолютно на коне. Поздравляю. Спасибо, Лёва Юрьевна. Спасибо большое. Ну что, а теперь оценки, пожалуйста. 4, 4, 4. Спасибо. Аня, я поздравляю, на этой неделе оценки намного выше, но все равно вот... Просто на 1 балл или сколько там? На 2 балла. На 2, это уже намного. Очередной мастер-класс от педагогов, от очень уважаемых педагогов. Да, ну, конечно. Знаете, понятно, что вы и по времени, и по опыту побольше. Можно было уже, знаете, там, распевней, там, а чего, там, ла-ла-ла-ла. Но просто, когда ты выходишь, включается то, что ты знаешь больше всего. У меня автоматически включается моя манера пения, да, с которой я пела там все время, там, да, мои песни. И это, конечно, очень сложно контролировать, потому что ты не творчеством занимаешься, а тем, что так. Ломаешь да, себя, да. Какая-то математика. Стал, спел, длительность такая. Поэтому, конечно, когда оно, знаете, уже с опытом, тогда ты просто расслабляешься, получаешь удовольствие. Очень сложно получать удовольствие в такой музыке, ну, потому что она еще новая для меня. Поэтому опыта, конечно, не хватает в этой области. Ну, мы-то вас знаем, мы знаем, что наступит вот этот переломный момент, когда все члены жюри будут сидеть и говорить, мы же даже представить себе не могли, вот этого мы ждем. Ну, это обязательно будет, как бы я обещаю. Но то, что всегда меня радует зрительный зал, который аплодисментами поддерживает и дает мне силы идти дальше. Так и есть. Спасибо огромное, удачи. Спасибо.